Питерхэт на блоке. Всем привет, это видеоблог о кроссовках Sneakerhead на блоке, и у меня в руках New Balance 993 в коллаборации с дизайнером Joe Fresh Goods из Чикаго и колорвеем под названием Arctic Blue, который вышел под эгидой Performance Art. 993 модель достаточно старая, впервые она вышла в 2008 году, дизайн достаточно типичный беговой, по мне так 993 выглядит не шибко измененными 992, те же самые овалы, линии, просто с минимальными визуальными изменениями. Но при этом сайт New Balance заявляет, что 993 модель сделана из элементов 991 и 992 версий. 991 версию я тут объективно не вижу. И, кстати, про 991 модель на канале уже рассказывал Женя, ссылка будет наверху. А про 992 Женя расскажет совсем скоро. Так что не забудьте подписаться на канал и поставить себе колокольчик. Основные же различия 993 модели 992 заключались в технологиях в области мицоли, о которых вы узнаете чуть позже. А значит, теперь поговорим мы о Colorway. Данный Colorway вышел летом 2022 года в рамках New Balance Performance Art. Концепция Performance Art сочетает в себе верх из премиум замши и меш-сетки премиум класса, что бы это ни значило. В данном паке Joe Fresh Goods выпустил три расцветки пастельных тонов. Что-то близкое к оливковому, еще были розовые и вот эти вот Arctic Blue. И это не первая работа Joe Fresh Goods с New Balance, они выпустили очень много работ друг с другом. Одна из них, например, New Balance 9060, о которых на канале уже рассказывал Вадим, ищите в плейлисте New Balance. Данный же колорвей действительно сделан из очень приятной замши. Что премиального в меш-сетке, мне, если честно, непонятно. Наверное, это известно только тому, кто писал пресс-релиз к данной модели. Буква N с обеих сторон кроссовка имеет на себе светоотражающую окантовку. Естественно, это Made in USA, об этом заявлено на язычке. За цифрой 993 можно разглядеть полосы и звезды. В районе задника есть цифра вот здесь у 993, на самом же заднике вместо привычных USA мы видим JFG, что значит Joe Fresh Goods, ну и укреплен задник вот таким вот прозрачным пластиковым бампером. Стелька сделана из обычной пены с надписью Joe Fresh Goods, New Balance и Performance Art. А еще в комплекте шло две пары шнурков телесного цвета и ближе к зеленому, вот такие вот, они сделаны ближе по цвету к задней части мидсоли. В общем, коллаборация получилась, как по мне, классная. В паке мне нравятся все три цвета, рекомендую к покупке. 991 модель шла с обычным Absorb, 992 шла с обновленной версией Absorb SBS, но 993 уже была с Absorb DTS. Это когда совместили Dynamic Transition System с Absorb. Absorb DTS установлена в задней и в передних частях стопы по аналогии с SBS. Ее достаточно сложно показать, ибо снаружи она супер тонкая и почти незаметная. Вот здесь вот есть два маленьких пода, и вот здесь вот в задней части идет вот такая вот полоса. Также у 993 модели мидсол сделаны с пены Active Eva, которая на 12% легче обычной. При этом задняя часть мидсоли у меня она зеленого цвета, по плотности в разы тверже передней части мидсоли. И поэтому не очень даже понятно, где какая пена находится. Аутсол сделан полностью из Endurance. Протектор достаточно обычный беговой, ничего особенного. Многие считают 993 модель одной из самых удобных из линейки New Balance. Мне особо сравнить с нечем, так как у меня есть только 990 версия 2 и 2002R. Но по мне, так 993 модель легче, чем 990 версия 2 и 2002R. По удобству 993 близка к 2002R, но удобнее. И точно удобнее 990 версии 2.
Размер я взял наполовинку больше, хотя я думаю, что не ТТС, но я люблю, когда посвободнее. Вентиляция в кроссовках плюс-минус ок, через эту премиальную меш-сетку что-то даже и продувается. В общем, рекомендую 993-ю модель к покупке. Друзья, на этом выпуск подошел к концу. Не забудьте ему поставить лайк, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. И сделать куда-нибудь репост в свою социальную сеть, либо еще куда-нибудь. И ждите следующий выпуск ровно через неделю. Всем пока!